Если у вас на даче старенький телевизор, и вдруг произошло ЧП, свернулся экран, что делать? Вариантов три. Первый. Берем телевизор, везем его в город к мастеру, но не факт, что он его сделает. Второй вариант. Везем телевизор, вывозим его на свалку и выбрасываем. Третий вариант. Третий вариант. Ремонтируем сами. Есть несколько способов. Один из наиболее простых. О! Телевизор заработал. No problem. Вот так мы и живем на даче.